Да, конечно, вышла у нас такая, ну, небольшая трагедия. Вот, теперь никто его не заметит. Вот, сами просили, у меня есть такой дом теперь. Ну, думаете, одноэтажный? Фи, двоэтажный, думаете? Нет, четыреэтажный. Нет, Ничего себе. пять этажей. Нет, восемь. Ох-ох-ох-ох. Это же небоскреб. Я еще один этаж построю. Давайте считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять этажей, почти десять. Офигеть. Смотри, как высоко, да? Все видно, да, что внизу? Ага, тут фонтаны. Дерево выросло. Ого, какое дерево большое стало. А тут я срубил дерево. Слушайте, кто мучит? Это зомби. О. Привет, ведьма. Сейчас я тебе сделаю ловушку для него. Ха-ха-ха-ха. О, две ведьмы. Он хочет меня ударить, но я его создать. Ну, иди, пожалуйста, Ха-ха-ха. туда. Я тебя тоже. Закроем. Подожди. Еще не же делай. А он тебе не сейчас? Закрой крышку. Подожди. Просто закрой крышку. Вот и все. И Я эту тоже. тоже закрой крышку. Шляпу закрыл. Все, попали. Попался в мою ловушку. Крипер тоже попался. Теперь кто попался у меня? Бассейн тут есть. Дорожка сделаю я. Вы видели? Я вспомнишь, или что вчера говорила? Что? Что если спрошу, как хорошо? Ну, вообще-то видео снимаю. Я вообще это. Я помню. Не это просто. засоряйте эфир. Не сорайте. Не смотрите ужастик лучше. А то мама к вам придет ночью, съест вас. Я шучу, конечно, чтобы вы не смотрели. Заборчики сейчас сделаю себе. Вы знали, я заборки делаю. Забор. Что ты ничего не говоришь? Слушаю тебя. Вот. Я почти половину забора сделал. А зачем? Ну, просто, чтобы никто не пробирался ко мне. Ну, тут уже не кончается. Ну, забора. Только вот тут надо сделать. Как у деревни забора. Я же не в городе живу. Это моя полоса. У меня шахта, если что, скрипная шахта. Вот у меня есть такие заборчики. Правда, я вот такие огромные решил сделать. Вот я беру сейчас. Чё? Что ты сказал? А, ладно. Так, что же поставить? О, идея. Железные двери. Как приятно ставить железные двери. Я могу же одну ловушку сделать. Я сам покажу. Вот тут ставлю дверь. Вот сюда ставлю дверь. Ну, многие эту ловушку знают. Это ловушка, что? Да. Сейчас рычаг поставлю. И как она срабатывает? Ну, сейчас. Ой, что-то не что-то сработало. Широко. Тут ближе поставь. Вот сюда. Это широко вот сюда. И как? Нет, ты зря убрал вот это. Нет, подожди. И вот здесь. Угу, все, выйдите.
Рычаг нам вон дальше поставить. Я сам себе застроил. Нет, там не закончил. Вот здесь надо. Нет, может стены и двери? Я придумал одну ловушку. А, вот. Ну-ка нажми. Рычаг надо подальше поставить, чтобы успеть закрыть. Вот здесь. Сам себя закрыл. Не, она видишь, там открывает, тут закрывает. Сделай стены и двери. А, я понял. Дверь. А такую нельзя сделать это, смотри, Дес. Какую? Чтобы вниз открывалась дверь, как подвал. Яму вырыть, потом рычаг тык, и он провалился. Не. На полу двери. Ты не знаешь ловушку. Вот так, наверное. Вот. Ой, это что? Нет, должна быть одна дверь, а не несколько. Так. И что тут? Ой, не. Я план делаю, чтобы показать. Ой! Стеклянные поставь такие эти стенки. Чтобы видно было, кого поймал. И чё? А что, вот так? Рыбу мясо возьмите? Нет. А чё? С ним опасно ходить. А-а-а! Видите? А? А, я не могу открыть, видите? Угу, улетай тогда вверх. Нажми. Вот такая ловушка. Вот мякоть надо взять, да, короче? Да. Вот тут я буду а? Открывать дверь. Угу. Ой, нет. Вот здесь будет рычаг, папа. Угу. Вот так. И чё? Открою дверь, так кто-то придет и закрою, и уберу рычаг. Круто я сделал. Угу. Вот будет рычаги. Неплохо. А как тогда выйти? Я понял, как действие будет. Время не заканчивается? Чуть-чуть осталось. Ну что ж, прощаться? Ну давай. Ну что, мы сделали такой дом. Теперь вы можете оценить для меня. Завтра я не могу снять видео сразу так, когда проснусь сразу. Я не могу снять видео, потому что я куда-то хожу в свою работу. Угу. Ну что ж, всем пока!